Продемонстрировать творческие инициативы и способности специалистов Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области и межрайонных отделов, а также выявить среди сотрудников наиболее ярких и талантливых – главные цели, которые ставили перед собой организаторы мероприятия. Креативный марафон призван сплотить коллектив, стать формой интересного совместного досуга всех работников. Наши судебные эксперты – это не только профессионалы своего дела, но еще яркие творческие личности, которые обладают именно творческими способностями. И в этом сомневаться не пришлось. Яркие, живые и запоминающиеся номера свыше 20 артистов раскрывали свой потенциал в трех номинациях: вокально-инструментальное исполнение, танцевально-хореографическое направление, оригинальный жанр. В каждой из номинаций конкурса определился победитель, которого наградили дипломом и памятными подарками. Главным образом играет то обстоятельство, что мы работаем все вместе в одном коллективе и сталкиваемся с друг другом на профессиональном уровне, скажем так. А у нас появилась такая возможность проявить свои творческие способности, потому что действительно мы не знаем, кто что умеет, кто что может. У нас прошел первый этап на прошлой неделе конкурса, и когда жюри сидели и смотрели на все это, они действительно не знали, у кого какие есть таланты, а теперь они убедились, что действительно эксперт — это не только профессионал, но и талантливые люди. Творческий смотр-конкурс проходил в рамках цикла мероприятий, посвященных Году культуры. Хоть и проводился фестиваль в первый раз, но не в последний, уверены участники мероприятия и организаторы. Важно развивать не только свои профессиональные качества, но и творческие способности. Это убеждение всех участников концерта. Оригинальность, креативность и неординарность – вот критерии, по которым члены жюри оценивали артистов. Он очень яркий и насыщенный, мне нравится принимать здесь участие. Мы прошли в финал, представляем Брянский межрайонный отдел. Мы готовились достаточно долго, подбирали костюмы. Ну, как бы все очень сложно. И мы очень хотим победить. Виктория Сащенко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».